Шансон ТВ и радио Шансон представляют. 130 миллионов зрителей по всему миру смотрят прямые трансляции концертов проекта 130 из Дома Высоцкого на Таганке. 9 февраля Анатолий Полотно и Федя Карманов с акустической программой «Добрый вечер незнакомым и знакомым». Прямая трансляция концерта только в интернете. Встречаемся в 19:00 на сайте шансон.тв или на официальном аккаунте телеканала Шансон ТВ в YouTube. Шансон ТВ. Все будет онлайн. Категория 12+. В эфире «Шансон ТВ» программа «Короткий разговор». С вами Катерина Голицына и вся правда шансона. Сегодня мы начинаем новую тему «Знакомые и незнакомцы». Мы будем рассказывать вам о тех артистах шансона, которые пока не звучат в эфире радиостанции и телеканала и, может быть, не имеют своего особо качественного видео, но чье творчество нас заинтересовало. И о них мы хотели бы поговорить с аудиторией «Шансон ТВ». Мы будем благодарны всем нашим телезрителям, если на нашем форуме и на наших страницах в соцсетях вы будете оставлять свои отзывы об увиденном и услышанном в рамках таких программ. Сегодня мы представляем автора и исполнителя из Екатеринбурга Славу Московкина. Дискография его пока невелика и представлена всего двумя сольными альбомами. А вот на видео работы Слава не скупится. По моим подсчетам, 9 очень стильных, интересных, простых, но очень качественных видеоклипов этого исполнителя могут самым серьезным образом претендовать на место в нашем с вами телеэфире. Родился Слава 11 августа 1972 года в маленьком поселке под Целиноградом. Затем в возрасте 5 лет переехал с родителями на Урал. Любимы были, жили все в большой семье. Но повзрослев, мы уходили по тропе. Детство было советским и проходило, как и у всех, между школой, двором и гаражами. Пойдя в школу, учился легко. Жизнь, в свою очередь, дала понять, что голова хорошо, но неплохо бы еще и постоять уметь за себя. Тем более, когда ты старший в семье. Расти, расти, цветок мести, цветок открытого гнева, цветок непобранной чести, цвета кровавого неба. И Слава шагнул на борцовский ковер, занявшись популярной в то время борьбой дзюдо. Причем вместе с этим ему очень хотелось играть на фортепиано. Тяга к музыке осталась и позже нашла выход в его творчестве. Потом Слава научился играть на гитаре. Совместные с друзьями увеселения рождали первые песни и квартирные концерты. В лихие 90-е все, как у всех, перевернулось с ног на голову. И понеслась жизнь в новом русле, где плохие парни становились хорошими, а хорошие – плохими, где есть и мужская дружба, и понятие, и где порой нет ничего святого. Слава продолжал сочинять и петь песни, как в зеркале, отражая то, что происходит вокруг, в то же время находя отдушину, имея свой заповедный угол. Позднее, встретившись с музыкантом и композитором Антоном Куликовым, стал относиться к своему творчеству, как он сам говорит, значительно серьезнее. Несколько песен Московкина уже взяли в свой репертуар исполнители жанра шансон из Екатеринбурга, где по-прежнему живет Слава. Он готовит свою сольную программу. Ну и, наверное, как у любого автора, приходит время, когда хочется, чтобы твои песни услышали, чтобы ты мог понять, нужно ли людям то, что ты пишешь и поешь. То, что тебя волнует. Ты не оплаченный штраф, похмельный утренний лом, колющий новенький шарф, сосед-боксер за столом, стильная вещь не в размер, скрежет песка на зубах, дефолт, банкротство и крах. Вот такую возможность мы вам и предоставляем, знакомясь с творчеством этого самобытного исполнителя с Урала из Екатеринбурга. Владимир Шахрин говорит о песнях Московкина. По стилю это нормальный, качественный шансон. И именно такие песни и любит народонаселение матушки России в основной своей массе. Современная народная музыка. Если вы любите этот жанр и цените в артисте мужское начало, искренность и самоотдачу, то этот парень – то, что вам надо.
Вы смотрели программу «Короткий разговор». Ваши рассказчики Катерина Голицына и вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку. До скорого! Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять.